Всем привет, друзья, с вами я, Вика Ком, и сегодня у меня новый влог. И мы с Катей сегодня... Да, с Катей, вот она, Катя. Мы приехали в Царицыно, чтобы погулять, повеселиться и что-нибудь похавать. Как всегда. Как всегда, да. Какая гулянка без еды? Ну, так что, думаю, будет интересно. Надеюсь, вам понравится влог. Так, поехали. Люди, мы тут ходим около прудика, люди здесь на катамаранах катаются, я тоже хочу на катамаранах, но у меня, как всегда, я забыла деньги. Короче, идем по дорожке. Короче, люди, мы подошли тут к какому-то месту, тут немножко леса, так сказать, и мы, наверное, будем здесь останавливаться, сейчас фотографироваться, но я тут не знаю. Хотя, да, я знаю, мы будем здесь фоткаться, как бы. Короче, мы, слава богу, закончили фотографироваться. Катя заставила меня где-то 100 раз сделать одну и ту же фотографию. О, боже. И мы опять идем. Хрен знает где. Мы по-моему, потерялись. Мне странное чувство, что мы потерялись, но Катя говорит, что нет. Так что, если видео выйдет, я а я не буду дома. Я камушки кладу там, где мы идем, так что мы найдемся, не бойся. Вы этого не слышали. Мы сели на лавочку, Катя меня ненавидит из-за того, что я ей мешала снять видео. Вот и как это? Я спать хочу, я не выспалась. Какое классное вот путешествие сегодня. Катя то жрать хочет, то спать хочет. Всем привет, с вами. Ну вот и все. Это, так сказать, конец, потому что я уже вернулась домой, буду заниматься своими делами. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Так что всем пока. Ставьте пальцы вверх и подпишитесь на мой канал. Обязательно.